В зале «Аншлаг», а на сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. Для зрителей звучит концерт для кларнета с оркестром «Ля мажор» Амадея Моцарта. Выступать в нашем городе для симфонического оркестра не впервые. Салаватская публика всегда с теплом принимает их каждое выступление. Вы знаете, для меня город Салават – это родной город. Я каждый раз, приезжая в родной город Салават, переполнен чувствами и трепетом. А сегодняшний вечерний концерт с большим симфоническим оркестром – это счастье выступать в этом зале, который с замечательной акустикой. В Республике Башкортостан, я думаю, что это один из лучших залов по акустике. Это крайне важно – приезжать в города региона нашего замечательного большим симфоническим оркестром, потому что, как мы можем говорить уже с уверенностью, многие города и районы, слава богу, Салават не в том числе, но многие города и районы были обделены высокой академической симфонической музыкой. А теперь мы видим эту работу активно, и уже в этом сезоне мы уже дважды приезжали в Салават, и будем дальше приезжать, радовать салаватцев замечательной музыкой. Начались гастроли музыкантов с городской больницы. Благотворительные выступления в лечебных учреждениях уже становятся доброй традицией. Пациенты и сотрудники с воодушевлением встречали яркие музыкальные номера. В программу вошли и произведения мировой классики, и башкирских композиторов. Нужно отметить, что всегда выступления Национального симфонического оркестра носят и благотворительный характер. Самая любимая публика именитых музыкантов – это дети с ограниченными возможностями. Мы очень счастливы, что действительно приезд Артура Назиуллина для наших детей складывается в такую добрую традицию. Нас каждый раз приглашают на его концерт в большом количестве, в большом составе. Наши детки могут воочию увидеть инструменты, игру, выражение лиц музыкантов, потому что через музыку и через свою мимику они передают то невероятное волшебство вот этого музыкального искусства, которое очень любят наши дети. Музыкотерапия лечит куда быстрее и эффективнее таблеток. Пациенты и врачи отмечают благотворное влияние таких концертов и надеются, что и впредь подобные выступления будут частыми. А музыка войдет в сердце каждого и подарит крепкое здоровье. Лилия Шаниязова, Рустем Гайнанов, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».